Быть внимательнее к соседям, даже если они четвероногие, учат жители Томилина. Утром в дежурную часть управления МВД Люберецкое поступило сообщение о том, что на протяжении нескольких дней в одной из квартир дома номер 39 в микрорайоне Птицефабрика воет собака. На звонки и стук в дверь хозяин не отзывался. Прибывшие на место сотрудники полиции, МЧС и территориального управления Томилина выяснили, что хозяина квартиры несколько дней никто не видел. После составления протокола и соблюдения всех формальностей дверь вскрыли. В квартире кроме собаки никого не было. В настоящее время сотрудники администрации Люберец отвезли собаку на обследование в ветеринарный центр. Полицейские продолжают поиски владельца спаниеля. Глава городского округа Люберцы Владимир Волков поблагодарил неравнодушных жителей, сотрудников МЧС и полиции за активное участие в спасении собаки.